Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор сайта «Изба вязальник», где мы обучаем стремительному осваиванию вязальной машинки с нуля. И сейчас мы с вами свяжем очень простой фанговый образец. Смысл его в том, что мы выдвигаем по очереди 2 иглы, 1, 2, 3 иглы. 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3. Сейчас у меня раппорт закончился, 2 иголки. Я убираю 2 иглы, выдвигаю 1, среднюю, видите, вот эту среднюю иголку из 3 я выдвигаю. Можно делать руками, запутаться тут сложно. Посмотрели, что все язычки стоят на месте. Беру нитку цвета А. У меня это розовая. Розовая нить. Два ряда. Один провязали, теперь два. Два. Вот между единичками две иголочки. Единичку убираем, две достаем. Две. Получается 2, 3, 2, 3, 2, 3. Синим цветом, цвет Б. Посмотрите по раппорту. Я думаю, что проблем не будет. Самое главное тут не запутаться. 2, 3, 2, 1. 2, 3, 2, 1. 2 убираем, 3 достаем. 2 убираем, 3 ставим в раппорт. Переднее нерабочее положение красным цветом. Синий цвет все время вывязывает по 2 иглы, красный 3 и 1. И дальше убираем 3, достаем обратно 2. 3, 2. Вот такой рисунок совершенно несложный, приспособиться к нему можно очень быстро. Проблем нет никаких. Рисунок очень простой. Два ряда. И так далее. Было 3, значит убираем 2, достаем 1. Это начало раппорта, первый этап. И опять розовой ниточкой начинаем провязывать. Вот так вывязывается этот рисунок. Все очень просто. Если вам понравилось, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями, а также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И до встречи на сайте «Изба вязальня», где мы учим стремительному осваиванию вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова.